Этот молокосос сохранит твою жизнь. Ты думаешь, что отсюда выйдешь живым? Тебе приказали убить меня? Отпусти мальчишку. Я сказал, отпусти. Ирмиш, выйди. Брат. Ирмиш, брось, я сказал, выйди. Брат. Делай, что я сказал, выйди вон. Ну-ка, давай, давай. Посмотрим, чья возьмет господин Фирман. Сколько тебе заплатили за мою голову? Что ты сделаешь? Предложишь больше? Ты скажи, чтоб я знал. $100. $100? Эти слова меня рассердили. Раз моя цена $100, если того там баладжи не убью за суп из капусты, пусть не называют меня Чакыром. Вы меня недооценили. Ирмиш, держи под собой оружие, а не руки и ноги. Ты знаешь, что это значит. Если сегодня заберут твои пули, то завтра заберут твою душу. Брат, что мы с ним будем делать? На себя возьмешь. Ради Аллаха. Браво. Ты выучил наш язык. Отправим по адресу. Тело в море. Голову хозяину. Видел один раз, но до сих пор ли он с той девушкой? В чем виноват Сердар Миматий? Не знаю. Сейчас единственное, что может быть нам впрок, это приказ Всевышнего. То есть то место, куда мы едем. Возлюбленная там, друг или любовница, в общем, без разницы. Я не сообщил брату. Если он услышит, что Сердар предатель, сильно будет переживать. Почему плачешь? Уезжаю в Германию. Как только наладятся дела, и тебя заберу. Приготовь паспорт, с визой я все решу. Знаю, ты меня бросаешь. Из-за того заявления вы все сбегаете. Я права? Брат Чакыр, ты кроме брата Чакыра никого не видишь. Ты разрушил и мое, и свое будущее. Есть вещи, которые ты не понимаешь. Не болтай попросту. Все наладится. Мы еще будем счастливы. Я даю тебе слово, мы будем очень счастливы. Как он мог бежать без вашего ведома, господин Сулейман? Он что, сел со мной, что должен выйти со мной? Все-таки сбежал, подонок. Мы говорим то, что есть. Вот пришли и признаемся. Фирман сбежал. Все предают.
Мы что, тоже вошли в этот список? Сбежал, улетел. Потребуется ваше письменное свидетельство, как свидетель, который все видел. Заведующий, если я напишу, то люди разве не скажут? А ты что делал, когда он сбегал? Я не стану свидетельствовать. Ты мне симпатичен, поэтому не хочу, чтобы ты оказался в трудном положении. Вы не помогаете, господин Сулейман. Заведующий, если буду писать, тогда может составим и устный договор. Все, спасибо. Желаю удачи. Кстати, у меня есть одна просьба, господин заведующий. Забыл передать ребятам. Есть грязное белье. Если не затруднит, вынеси их на своей машине наружу. Сам отдам отмыть. Не стоит. Мы свое грязное белье никому не показываем, заведующие. Спасибо. Ребята заберут снаружи. Скажу, чтобы положили в твой багажник. Будь здоров. До сих пор отключен. Включи и в течение минуты сообщи Ферман. Зря стараешься. Если Чакыр убит, то завтра прочитаешь в газетах. Если Ферман не справился, то про это не сообщат по телефону. Эстер, да чтоб тебя... Я проголодался. Пусть приготовит что-нибудь. Я же вам сказал, что нет. Что вы еще ищете? Нет. Был здесь. Ушел чуть раньше. Куда? Сказал, что уезжает в Германию. Я думала, что он с вами. Есть кто-то, кого ты знаешь? Друг, знакомый, родственник. Куда он мог пойти? Не знаю. Дочка, чего ты связалась с незнакомым человеком? У тебя нет родителей? Шеф, что будем делать? Упустили. Наверное, он рядом с прокурором. Поехали. Если тебе позвонит... Мимати, мельница вертится, а ты о чем? Как твои глаза, Абузар? Слава Аллаху. Стар и млад могу узнать, брат. Твой сын знает, чем ты занимаешься? Знает. Должен научиться. Моя первая работа понравилась отцу, господин. Господин, не обращайте внимания. Хоть ведет себя неуважительно, но он моей крови. Хорошенько научи сына ремеслу, Абузар. И ремеслу, и уважению. Пусть не болтает попросту. Вы мне нужны. Начали избавляться от тех, кто служил нам. А мы вас, как и всегда, будем охранять. Вы великодушный брат. Впредь вы под моей защитой. Шейх Мус покажет вам жилье. Там будете жить. Чтоб ни было, не будете ни с кем контактировать. Как пожелаете, брат. Шейх Мус, размести их в поле. Как скажете, брат. Ну-ка, пошли. Я отказываюсь. Я ни в чем не признаюсь. Как хочешь. Я не могу так. Соврал, что мама болеет, они положили мне деньги в карман. Я от этих людей только добро видел. Я от этих людей получил только добро. Ты измеряешь все своим взглядом. То, что они добрые, это не точно. Но как я говорю, как хочешь. Только позвони возлюбленной, затем поезжай домой. Чуть раньше они были там. Они выяснили о твоем предательстве. Ты свободен.
Вы же говорили, что все останется под секретом. Ты сам засветился. Ну и что? Ты получил только добро. Теперь узнаешь их зло. Зачем я так сделал? Изменится только твоя внешность и документы. Про остальные твои заслуги не забудут. Ты об этом подумай. С этого пути нет возврата, Сердар. Наших людей убили, брат. А что с трупами? Полиция определила нас. Это плохо. Выясни, где сейчас тот слепой. Как скажете, брат. Если бы наших людей убивал Мухусро, то он пришел бы ко мне. Если это не его рук дело, то кого может заинтересовать этот слепой? Брат, я выясню, были ли люди брата Хусро при перестрелке. Не мути воду. Выясни про слепого. Как только избавляемся от одной нечисти, тут же вылезает другой, брат Шахин. Мы этих бессердечных своими руками пускаем в наш круг. Фирмана за плохое, а Сердара за хорошее впустили. И хорошее, и плохое перемешалось. Даст Аллах, все наладится. Я не могу стерпеть, брат Шахин. Я не могу стерпеть измену Сердара. Ладно бы, пуля попала бы в грудь. Все время со спины. Все время из-за измены. Пусть стреляют. В голову, в лоб, куда угодно. Но они порождают вражду между нами. Им ничего не удастся. Собака лает, караван идет. Но Чакыр, делай что хочешь, но избавься от этого предателя. Как начнет говорить, за твоей спиной никто не останется. И вас не будет, брат Шахин. Братишка, ты, кажется, думаешь, что я ива у реки. Если ветер дует со спины, то какая разница большому дубу? Верно. Абсолютно верно. Ты серьезно, Абидин? Аллах упаси, брат. Вы до этого дня видели, чтобы я врал? Значит, этого микроба не только мы ищем, брат. За твоей спиной мне не удалось найти себе друга. Все время встречались враги. Я не оставил свидетелей, брат. Нас не заподозрят. Чьих людей ты приказал убить, Абидин? Не смог заставить говорить? Не смог, брат. Не было времени. Началась перестрелка. О, Аллах, что я тебе сделал плохого? Брат, кажется, мы остались на середине пути наркотиков. У тебя что, еще есть что-то, чем можно заразиться, Абидин? Аллах упаси, брат. Абидин, не ходи за этим микробом. Если нас заметят, то не сдобровать. Я не желаю входить в испорченном настроении в святой и благословенный день. Что это? Быстро выходите! Я не видела, что произошло. Услышала только выстрелы. Когда вышли, везде было полно трупов. Теперь не ходи с ними. Я сам поговорю с Тунджаем. Полат, ты не понял? Зачем мы искали Ирдала, это ясно. Но его ищут и другие.
Они с Эрдалом вместе и отца забрали. Неужели этот Эрдал настолько важный человек? Эрдал важен для нас. Значит, его отец нужен другим. Ладно, придумаем что-нибудь. Куда ты, сынок? Ты же только пришел. Не надо идти, отец Омер. Полат, сынок. Нет больше возможности искать Эрдала. Я не это имел в виду, тетя. Посмотрим, может, найдем выход. А ты-то сам как, сынок? Все время ураган, шторм. Я распадаюсь, матушка Назифа. Но спасибо, что спросили. Друг, ты это специально? О чем это ты? У тебя есть время прогуляться? Как это? Вот так вот. Скотина. Это ты про меня? Открывай. Хорошо, господин. Что будем делать, господин? Если не сможешь сделать то, что он не смог сделать, то ничего не делай, Бурхан. Уничтожьте это. Хорошо, господин. Дочка, чего ты смотришь? Это некрасиво. Идем к нам. Что тут такого, мама? Этот Пулат действительно таков, как говорит Хикмет. Некоторые его поступки напоминают Али. О чем это ты? Что значит некоторые? Все похожие. Только с дочкой Элиф не может договориться. О чем мне договариваться? Он слеп до такой степени, что кроме себя никого не видит. Неблагодарный. Послушай, Джанан, ты не вмешивайся. Ты на его стороне или на моей? Я адвокат, ищу выгоду для себя. Чего пообещаешь? Стать моим другом непросто. Буду бить, любить и прогонять. Не будешь вести себя как баба. Вести? Что мне еще сказать? Придя домой, поговоришь со всеми, а на меня ноль внимания. И ты, как баба, завидуешь мне. С кем хочу, разговариваю. С кем не хочу, нет. Не веду себя, как ты. В тебя стреляли. Не можешь сделать и шагу. Знаешь, почему я не хочу идти? Чтобы не наказывать тех, кто говорит такие вещи. Хикмет, ты похож на разбойника. Все время угрозой, все время угрозой. Но в деле пока ничего. Что мне сказать? Ты прав. Если встанешь на ноги, я куплю тебе велосипед. Хикмет, уже 3 часа учишься ездить. Хочешь научиться, шевелись. Заткнись, мерзавец. Ты сам мерзавец. Падаю. Если упал, то встань. Ты сейчас у меня получишь. Не убегай. Стой, если ты мужик. Толкай. Толкай же. По-моему, ты сам сможешь идти. Полат, ты грешишь. Грех? Хикмат, то, что чуть раньше у порога двигал ногой, это не грех? А мой поступок это грех? Я тебя оставлю тут. Ползай или делай, что хочешь. Придешь собственными ногами. Не убегай, если ты мужик. Я не убегаю. Если ты мужик, то иди сюда сам. Если Ермиша не было бы, то мне конец.
Пока вы с прокурором любовались природой, братишка тут занимался делом. Брат, ты молчи. Это не место для почестей. Тех, кого пригрели, предают. Ты, сохранив душу брата, убив человека, еще что-то просишь. Брат, молчи. Эти только молчат. Или что-то скажут? Что сказали прокурору? Брат, что мы можем сказать? Получили добро, зла не было. Сказали не отец мафии, а отец бедных несчастных. Находясь в моей камере, посмели сказать, что вы несчастные? Нет, брат, в общем, у господина прокурора не спрашивали, где находится Сердар-предатель. Ермишу и мне принесите чаю. Брат, зачем сказали, что это я убил? Видишь же, сынок, в этом мире все так непредсказуемо. Сегодня мы здесь, завтра где будем, никто не знает. Если разбежимся, то пусть тебя запомнят, чтоб никто не смог подойти к тебе без твоего ведома. До суда будешь жить тут. Что написали в газетах? Герой или предатель? И то, и другое. Нужен станок. Хочу побриться. Станка нет. В ванной есть машинка. Этот господин привыкает. Больше не будет никаких приказов. В чем его вина? Это государство виновато. Пусть убьют человека, выкрадут, ограбят банк, сыграют в рулетку. Если что, пусть бесплатно проведут операцию. Еще платить будут намного больше, чем нам. Мы никогда не стреляли в солдат, полицейских. Ты это иди и говори тем, кто на юго-востоке. Хорошо, что ты служил в армии. Ты сумел применить навыки. Смог установить бомбу в автомобиле. Вы на чьей стороне вообще? Мы госслужащие, мы не можем быть в чьей-то стороне. Есть исключения. Каждый чем-то грешен. Но никакой полицейский, если мать больна, не станет мафиози, продавая плов. Отец господина Сулеймана был застрелен в мечети. Мой отец всю жизнь 5 раз в день читал намаз. Его же не застрелили. Если отец Чакыра не продавал бы оружие, то не оставил бы детей сиротами. Еще борется несправедливостью. Если любит так оружие, то почему не стал полицейским? Из-за копейки ждут очереди такие глупцы, как ты и я. Если недовольны, то тоже станьте мафиози. Из-за того, что документы засекречены, никому не удалось их получить из внутренних дел и Министерства юстиции. Как я говорил, предатель — это Сердар. Но где он, никому неизвестно. Нет никого, кто у прокурора что-то спрашивает, получает сведения и приказы. Этот человек не из тех. Он правильный. Государство в такие дела не назначает взяточников. Пулат, государство думает, что остальные дела делают тому подобное. У государства есть такие капризные и гордые работники.
К сожалению, такой человек встретился нам на пути. Если я пойду и попробую объяснить прокурору, он скажет, что ты делаешь очень похожие на дела барона, и будет винить меня. Тогда что будем делать? У нас есть только один выход – найти Сердара и уничтожить его. Иногда вы злите человека. Я изо всех сил стараюсь. Ты работаешь лучше, чем я ожидал. Вы меня поставили не в правильное место. Люди мафии на постах в нужное время пускают законы в силу. Если бы вы, изменив мою внешность и назначили бы госслужащим, я бы бюрократов так бы уничтожил, что даже мафиози не осталось бы. Ты закончи это дело, и до этого дойдет очередь. Говорю заранее, это дело плохо кончится. Я могу сделать то, что мне не по душе. Несмотря ни на что, не делаю ничего без моего ведома. Мы занимаемся этим заявлением. Но ты, подставив тестя, он оказался в трудном положении. Я не подставлял. Только как и договаривались, я выполнил, что следовало. И жду от вас выполнения договора. И что же это? Первое. Вы говорите, что занимаетесь этим заявлением. Но я этого не вижу. Произошло многое. Не обращая внимания на дела прокурора, почему обращают внимание на наши дела? То, что ты живой, означает, что мы помогаем. Чтобы ты вышел отсюда, не было отказано в действии. Но ты сам себя втягиваешь в болото. Не забывай об этом. У прокурора не было доказательств, но твои люди предали. Теперь чего ты ждешь от совета? Я вам не изменял. Жду от вас ответа. Послушай меня, братишка. Вы творите непонятно что. Напечатав фото в газетах, ждете вознаграждения. Первое требование перед тем, как войти в это дело, было то, чтобы сделанные дела были засекречены. А ты своими разговорами угрожаешь нам и твердишь, что это преданность. Послушайте, брат. Я не впервые нахожусь здесь. Думаю, что и не последний. Но в этот раз, не убив солдата, и убив того, кого вы приказали, оказался тут. А взамен вручили всего лишь казино. Затем свалив все на меня, засунули меня сюда. Теперь, если вы брат, делайте соответствующее. Или мы сами сделаем то, что следует. Это дело не может быть закрыто. Если твой человек заговорит, то тебе следует ждать только одно. Нашего помилования. Зря побеспокоились, придя сюда. Спасибо. Я не в том положении, чтобы ждать вашего помилования. Передавайте привет. Передайте, что Шакир не врет. И в суде будет отвечать верно на поставленные вопросы. Брат, Кылыч передавал привет. Очень приятно. Слушаю. Хочет, чтобы Сулейман Шакир был мертв. Сегодня же. Он не должен присутствовать в суде. Причина? Я не в курсе. Я всего лишь передал привет брата Кылыча. Дорогой, если бы принес прежний привет только глава дома, сказал бы, что Шакир братишка наш. Но теперь след лошади смешался со следом собаки. Ожидает вашего ответа. Вот наш ответ.
Они неправильно поняли Шахина. Мы не оружие в чужих руках, а рука, что держит оружие. Вместо честного, а на бесчестного будем стрелять. Каждый поступок, сделанный против Чакыра, как хозяин дома, мы воспринимаем как сделанный против нас. Запомните это. И брат Кылыч хорошо знает, что кинжал не режет ножны. Скажите мне одно. Прокурор вынужден привести Сердара в суд. Да. Нет. Дочка. Одна говорит одно, другая другое. Вынужден привести, потому что на глазах общественности он всем покажет поражение Чакыра. Чтобы впредь боялись делать такие дела. Чтобы честные люди радовались, что их государство имеет силу. Я бы тоже на месте прокурора точно привела бы Сердара в суд. Но есть еще один вариант. Какой же? Дело в том, по причине того, что безопасность свидетеля не была обеспечена, в надежном месте возьмут показания свидетеля и предоставят суду. И если так сделают, то с показаниями свидетеля предоставят, например, оружие, труп, и будет предоставлен другой свидетель. Тогда выслушивать свидетеля суду не потребуется. Постановление суда будет упираться на это. С этим постановлением не только Чакыр, но и вы все сядете в тюрьму. Не осталось ни одного доказательства, которое может предоставить Сердар. А трупы? Трупы не говорят. Не говорят, но могут показать убийцу. Мы можем с правовой стороны что-то сделать, чтобы свидетель присутствовал на суде? Нет. Можем. Хорошо, что вы не врачи. Одна говорит, что умрет, а другая будет жить. И умрет, и не умрет. Ходил бы по мосту сирот. И что за выход? Ты можешь встретиться с председателем суда. Требования прокурора они будут выполнять. От этого нет толку. Они тоже будут выносить вердикт, упираясь на наши требования. Вы не сможете выяснить, где Сердар. Мы адвокаты, а не агенты. Тогда, госпожа адвокат, я хочу воспользоваться программой защиты свидетеля. Обхитрю прокурора, найду Сердара и выполню работу. Как я говорила, мы адвокаты, это не в нашей компетенции. По-моему, во-первых, прокурор тебе не поверит. Во-вторых, он поставит тебя рядом с Сердаром. В-третьих, чтобы стать свидетелем, ты тоже должен предать. Чтобы Чакыра привести к виселице, достаточно одного человека, второй не нужен. Тогда я встречусь с председателем суда. Дочка, если пойдешь, спроси, он очень похож на наших. Если окажемся земляками, то женимся на его сестре. Кажется, он достаточно приветливый. Он стал приветливым после ваших молитв. Раньше он воздействовал на все, что есть. Не говори так, племянник. Надеюсь, был какой-то толк. Я полагаюсь на аргументы свидетеля. Верю, что доказательства точны. По этой причине имя свидетеля остается скрытно. В зале суда не будем его слушать. Полученные мной сведения, думаю, будет достаточно для решения суда. Господин прокурор, до этого времени вам удалось получить какие-либо доказательства? Свидетель рассказал все подробно. Да и к тому же, по причине того, что преступления, совершенных в последнее время, он участвовал лично, поэтому я ему доверяю. Господин прокурор, это дело закончится не скоро, и тебя ставить в трудное положение не хотим. Но мнение общественности так запутало дело, что мы можем вынести решение, только выслушав свидетеля на суде. Как хотите. Но я прошу обсудить мое требование и решить, что делать. Господин начальник, впредь будет торговля душами. Братишка, твой карандаш сломлен. Не спешите, брат Шахин, еще не было суда. Сломлен, даже если будет или не будет. Вам, что ли, поручили выполнить?
Мы не бестолковые, но это обязательно кто-то выполнит. Тогда мы сами станем этому преградой. Ты прав, братишка. У тебя снаружи есть кто-то, кому ты доверяешь? Тесть. Из-за уважения к нему отправили его адвоката ко мне. Зиабей сделал все, что смог. Еще есть близкий друг. Полат. Но что он может? Я не знаю, что будет делать. Либо пусть избавится от тех, кто довел тебя до такого состояния. Либо пусть оторвет веревки из твоей шеи. Либо... пусть тебя застрелят. Даже если лишите головы, он не сделает последнее. Остался один путь. У здания суда убить прокурора и Сердара. Прокурора зачем хочешь убить? Возможность убить Сердара будет только у входа в здание суда. То, что он придет с прокурором, это точно. Безопасность будет на высшем уровне. Эту операцию не выполнишь одной пулей. Ты сможешь убить Сердара, даже если будет толпа? Если я убью Сердара в толпе, тогда прокурор найдет другого свидетеля. Так дело не закончится. Но если я всех уничтожу взрывной волной, то это будет означать, что вам не удастся преградить наш путь. И это обеспечит то, что государство обратит внимание на мафию, и то, что барон обратит на меня внимание. Тут ты прав. В этом государстве, кроме Духана Оза, прокурор не был убит. Я не могу предположить, чем это может закончиться. Этого никто не знает. Кто знает? Прокурор и полиция вместе с нами будут выполнять одинаковые задания. Убить их. Даже не знаю, что сказать. Либо скажите «да», либо «нет». На пистолете твой отпечаток. В тот момент примешь решение. Будьте более ответственны и скажите мне, что вы решили. Либо операция закончится, либо наши друзья умрут. Чтобы выиграть войну, надо пожертвовать чем-то. Это война? Да, война. Делай так, как посчитаешь нужным. Конечно. А что бы вы сделали на моем месте? Я не желаю быть на твоем месте. Спасибо. Господин судья, вне зависимости, что скажет свидетель, мы требуем его присутствия в зале суда. Мы подумаем об этом, госпожа адвокат. Господин судья, это дело вышло за рамки. Чтобы все было по закону, пусть свидетель прокурора расскажет все о присутствии всех. И пусть это дело быстро закончится. Госпожа адвокат, и у прокурора есть свои причины. Господин судья, мы с вами не желаем, чтобы это дело затянулось. Люди давно уже ждут. Надо дать ответ в кратчайший срок. Я не утверждаю, что мой подзащитный виновен или нет. По этому поводу сначала вы, а затем общественность примет решение. А место этому – зал суда. И с присяжными заседателями мы обсуждали это. Не приняли окончательного решения, но свидетели будут выслушивать в зале суда. Благодарю. Это основная входная дверь. Обычно входит с задней двери. Но, предположив возможные нападения, прокурор Сердаром выйдет из машины вот здесь. А если не выйдет? Мимати, брат Сейфо помолился, значит так и будет. Не отвлекай, мы заняты делом.
Ты будешь стоять у этого угла, не в костюме и брюках, а оденься более скромно. Шеф, это не впервой. Ты обдумывай свой план. Дядя, вы будете стоять у выхода из машины. Прихватите пистолет. Если мы не справимся, то вы приблизитесь и закончите дело. Мимати раньше делал дела, а мы нет. Так, да? Хорошо, будь здоров, племянник. Вы меня выслушаете до конца, или там пристрелим друг друга. Шеф, а ты где будешь находиться? Вот здесь. Пока я не выстрелю, ты не начинай, Мимати. Твой выстрел обеспечит наш побег. Мы еще оттуда будем сбегать? Прямиком пойдем к Чакиру, а он будет свободен. Нас не поймают, дядя. Но некоторое время придется пожить за границей. Место моего пребывания ясен. Остаток жизни проведу в Хиджазе. Почему нас трое? Я найду людей. Спасибо. Мне что, потом и их убивать? Хорошо. Где встретимся после завершения дела? Если умрем, то рядом с Дураном Эми. И если останемся живы, тоже рядом с Дураном Эми. Как ты думаешь, Чакир скажет что-либо против нас? Сложно определить. По его словам, нельзя определить. Чакир, знаете, по-моему, промолчит. Но если кто-либо в зале суда наступит на его рану, то сам удивится тому, что наговорил. Если он скажет половину того, что нам наговорил его тесть, это дело закончится. Благодарю, Низамеддин. Есть одно предложение прокурору, но мы не готовы к борьбе в завтрашнем суде. Чтобы закрыть дело, нужен прокурор, с которым можно договориться. Ты установи связи, хорошо? Там Балажи не справился. Шахин отказал. Что теперь будем делать? Сегодня же убью и Лазию, и его зятя. Если убьем Чакыра, то прокурор начнет искать более крупную рыбу. Но что если убьем вместе со свидетелем прокурора? В стране начнется бунт. Это хорошо или плохо? Все разрушится. По-моему, произойдет чистка. Завтра Пулат попытается убить свидетеля. Может, и прокурора. Тогда промолчим. Пусть убивает. Кылыч, ты вместо Пулата... Если поставишь цель спасти Чакыра, убив свидетеля и прокурора, и если справишься с этим, то какие у тебя будут еще цели? Прожить всю жизнь в тюрьме. Тот, кто пойдет туда, запланировал и побег. А тот, кто сбежит, опасен для всех. Верно. Поэтому прокурора и свидетеля убьем мы. А наказание за это понесут Чакир с Пулатом. То есть, если ваш человек боится вас, я позволю вам выйти из себя. Спасибо. Когда судья пригласит Сердара в зал суда, нужна атака наподобие той, что Пулат показал мальчишку Сервету. Такие способы только ты знаешь. Что будем делать, Джан Пулат? Ты скажешь, говори ради хлеба, который ела твоя мать, когда ты проходил службу. Если нас уважают, то скажу. Что с вами происходит? Вы оба давно признали. Потерпите чуток. У нас еще много путей. Я еще основное доказательство не предоставила в защите. Прокурор сделает последний ход, затем очередь за нами. Надеюсь на лучшее. Вы что-то от меня скрываете.
не хотел говорить, но надо поднять настроение Рейна, чем нам. Что произошло? Справиться с этим сложно, госпожа адвокат. Он еще молодой. Отправил врачу, чтобы он передохнул. Если хочешь навести, мы будем здесь в любом случае. Не могли сказать об этом раньше? А я подумал, черт знает что. Ладно, я скоро вернусь. Братишка, уверен? Вынужденный. Другого пути нет. Джампулат, не жертвуй собой ради моего освобождения. Моего твоего нет, Чакир. Или вправо. У нас еще много путей. Не заподозрила? Она знает, что мы что-то предпринимаем. Ждет, что мы приведем маму, либо возлюбленную Сердара. Братишка. Хорошо, что ты есть. И ты тоже. Готов? Готов. Не волнуйся. Ничего не бойся. Я принял все меры безопасности. И расскажи всю правду. Спасибо. Племянник, и одежда, и оружие тебе к лицу. Пусть Аллах будет с нами. Дядя, а насчет меня что скажете? Тебя сразу заберут. Что это за вид Мемати? Он словно лев, дядя. И вы стали похожим на полицейского без формы. А вы в курсе, что я когда-то сдавал экзамены на полицейского? Да вы что? А что потом? Не приняли. Потеряли такого человека, как я. Сказали, я не знал начальника безопасности того времени. Откуда мне знать кого-то, кроме главного комиссара? Я что, с ним сталкивался, что ли? Дядя, действительно, как звали того начальника безопасности? Оказалось, начальник меня хорошо запомнил. Затем я его все время звал господин начальник. Я еще ни разу не видел такую группировку, которая так едет на перестрелку. Господа, Чакир у виселицы, а мы не можем выйти отсюда. Пусть Аллах нас поддержит. Аминь. По пути еще раз обсудим план. Я очень волнуюсь. Успокойся, Элиф. Это же твое не первое судебное дело. Ты очень умная. Когда поехала с Абединым, смогла держать себя в руках? Хорошо, что ты женщина. Трудно представить тебя мужчиной. А то самым безбашенным мафиози была бы ты. Джанан, если была бы мафиози, то точно приняла бы тебя. Здравствуйте. Как вы? Здравствуйте. Спасибо, хорошо. Зятя скоро приведут. Наверное, уже в пути. Как его состояние? Будет сложный суд. Посмотрим.
А вы что тут делаете? Хотели увидеть тебя. Вот увидели. Теперь уходите. Зять, нам тоже интересно. Мираль, журналисты, телевидение здесь. Будут транслировать в прямом эфире. Поезжайте домой и смотрите. Он не хочет, чтобы вы видели его в таком виде. Я его жена. Видела его в разных состояниях. Мы с вами знакомы? Встречались один раз. И где же? В открытии казино. Плохое совпадение. Теперь будет хорошее. То есть касаемо дела. Скоро суд начнется. Пошли, пошли. Пошли, Мираль.